Там нет повреждения сосудистого пучка. Нет. Может быть, там нет повреждения сосудистого пучка, но может быть там есть осколочное ранение с переломом. Да. Ну, значит, нам просто травматологу куда в первую очередь? Травматологу четверку, нейрохирургу краевых. Может, мы все в краевую? У нас есть огнестрельное ранение бедра там с переломом в реанимации. Краевой наиболее грамотный специалист. Да, и в четвертой.